Уборщик, подойдя к стойке, вот это горизонтальное крепление, та для вертикальных креплений, берет этот пакет, который пока пакет, состоящий из картона, который сделан в трубу и запаян, заварен или зашит по концам. Значит, надрывает заранее перфорированную ЗЕВ, куда мы будем потом мусор кидать, пришел трубку и начинает формировать саму урну. И последняя его задача, он навешивает ее на стойку и помещаем ее. И все. Сейчас в жизни существуют урны разных конструкций. Все вы видели, наверное, железные стоят красивенькие, бывают бетонные, так называемые, архитектурные формы, малые архитектурные формы. Но есть такая у них нехорошая, на мой взгляд, часть, что они, чтобы ими пользоваться, надо добавлять в них кульки, чтобы убирать мусор, а то приходится выковыривать. Эти урны через небольшое время становятся некрасивыми, заплеванными, антисанитарными и прочее. И у них, у этих урн, есть еще, на мой взгляд, великая проблема, как террористическая опасность. Потому что если в такую урну заложить маленький заряд, так называемый безоболочный, ну простая тротиловая шашка, при подрыве урна разрушается и превращается в массу осколков, которые наносят вред здоровью людей, окружающих и прочее. Я свое изобретение совместил, убрал все эти проблемы, на мой взгляд, минимизировал последствия. То есть, если сюда положить взрывное устройство, простую тротиловую шашку, которая бывает иногда не сильные террористы, но хулиганствующие, скажем так, бросают в урны, то при подрыве разлетятся только части урны, и они, соответственно, на недалеком расстоянии все это произойдет, и людей просто напугают. А поубивать или поранить не сможет. Разве что только тем, что там лежало. Ну, каким-то мусором. И, ну, это, в общем-то, конечно, приятный, но побочный эффект. Самое главное, на улице будут просто всегда чистые. Ну, в течение дня, если их поменяют, то каждый день будут новенькие изделия. Здесь сзади урны предусмотрены отверстия, вот нарезанные они. То есть мы предполагаем такую схему. Мы выбрасываем с какой-то жидкостью бутылку, изображаем, что туда, оно попало туда вместе с влагой, и оно оттуда выливается. То есть этот мусор всегда будет осушаться, и на какой-то момент это всегда будет нормальное состояние. При производстве я предполагаю, что будет там внутри поверхность парафином покрывает. Ну, разные способы существуют. Либо битумом напыляют. И, соответственно, он не будет размокать в момент использования до такой степени, до неприглядной степени. А будет оставаться более-менее прилично. Снимает наполненную урну. Берет за эту ручку. И, в принципе, несет ее к какому-нибудь большому контейнеру для выбрасывания там. А на место освободившееся вешает новую. И она используется по новой, а та утилизируется обычным образом.